Нас приветствует супер классное заведение под названием «Мечтатели». Давайте похлопаем тоже. Да, приветствую на сцене наша именинница Майя. Дайте шума! Меня зовут Алексей, и я самый настоящий. Кто, ребята? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Maya. И все вместе. Ну что ж, я только пришла с работы, сейчас на часах 4 часа. Я вам быстро покажу, у меня пришел две посылки золотого яблока. Много чего закончилось, поэтому я вам, чем быстрее я вам покажу, тем быстрее я начну пользоваться. Так, первая посылка, она относительно маленькая. У нас здесь два продукта. Фирма Шик. Это у нас гель для бровей, прозрачный. У меня брови свои хорошие, густые, мне просто надо прозрачным гелем их укладывать. Это консилер светоотражающий, увидела у блогерши своей любимой Томы. Она визажист, вот, посоветовала, так что попробуем. Вторая, она, ну, тяжеленькая. Успокаивающее средство, это SPF 50. Фирма, я это люблю. Крем-гель для проблемы кожи и несовершенств. То есть у вас, когда какое-то воспаление на лице, его наносишь, и говорят, что должно сразу все моментально проходить. Мой любимый тоник, он с кислотами, от высыпаний на лице, очень советую, мне прям нравится. Это увлажняющий шампунь от Тиджи, объем очень добротный, почти пол-литра, его хватает надолго, и эффект, конечно же, это моя третья баночка уже, наверное. Я не пользуюсь тональными основами, пользуюсь вот такой бибишкой, когда требует этого кожа, но не каждый день. Ну и маски от Darling. Они самые лучшие на сегодняшний день. Что здесь происходит? Аккуратно. Пришла в иконику мерить сапожки. Сейчас я вам покажу, какие. Это первая модель. Вот такого вот цвета. Они скорее серые, чем белые. Вот такие. Еще мне очень понравилась эта сумка. Она из нейлона. Как раз зимой, а то жалко все свои сумки носить. Очень красиво. Я ее, скорее всего, возьму. И по хорошей скидке. Я купила и ботинки, и сумку. Спасибо, любимый. Это он мне дарил сертификат еще в декабре. Но получилось воспользоваться только сейчас. Вот. Я счастлива. Бегу на работу. Дома все покажу. Закончила работу. Бегу в тренажерку с этим пакетом везде. Не знаю, успею или нет, потому что тренировка у меня в 4, а сейчас уже без 5. Такая красота.
тренер Алексей. Нормас. Видно, нет? Да, видно. Включила? Блядь, ты сняла, как я это делал. Давай. У тебя 5 повторений. Ну, 3, ладно, 3. Типа я даже 3. Пор лёжа. Типа посмотрим. Смотри, помнишь? Вытяни. Ага, лопатку опусти вниз. Во-во-во. Есть еще 2, давай сделаем. Еще один. Хорош. Что с весом отжимаешься? Тренировка закончилась. Так, подождите. Тренировка закончилась, куда смотреть, не знаю. В планах, короче, съездить в спортмастер, купить наконец-таки кроссовки, потому что мои уже говорят пока-пока. Еще у меня есть вот такая коробочка. Это у меня кроссовки. Быстрая предыстория. Моим кроссовкам, в которых я занимаюсь в зале, им, скорее всего, около 10 лет, и они уже свое отслужили. Здесь у нас в спортмастере выбор очень маленький, но если заказывать, пришлось бы ждать где-то... А, вот, даже я вам скажу, 17 февраля они бы приехали, но сегодня 19-е, пришлось бы ждать месяц. Че ты смеешься? Он очень круто выглядит. Это я могу сразу сделать. И пойду. Сразу же говорю. Сразу говорю. Будем говорить или нет? Сейчас. Ничего мне пиши. Ничего себе. Маша, доченька. Быстренько расскажу. В декабре месяце Рома мне подарил сертификат в Конюхо, потому что я хотела там туфли, но, как выяснилось, нельзя, через сайт нельзя воспользоваться этим сертификатом, а сюда у нас не возят те коллаборации, которые вообще существуют. И сейчас я вам покажу, что же я в итоге взяла. Сейчас покажу. Два вот таких пакетика. Давайте начнем. Сумки у них без коробок, к сожалению, но вот в таком виннике. Это сумка из нейлона. Давно искала такую сумку, чтобы носить зимой. В минус 45-50 сумки из кожи или из кожи жама не выдерживают. Поэтому хотела такую. И она простенькая. Туда помещается легко контейнер с едой, что было одним из факторов покупки. Так, здесь у нас мешочек. И вот такого вот цвета, вкусного, я бы сказала, сапожки. Сейчас покажу, как они смотрятся на мне. Мне нравится. И с платьем хорошо будет. Сейчас чуть-чуть подниму. С юбками. Наверное, я закончу на этом свой влог. Не знаю, когда он выйдет. Сегодня 1 февраля. Я до сих пор не начала монтировать. Но, знаете, мне очень приятно, когда вы мне пишете насчет моих влогов, говорите, что вы ждете их, что вам нравится. Надеюсь, что я в ближайшее время смонтирую, так как через 2 недели у меня поездка рабочая, и я тоже хочу там снимать что-то рассказывать. Поездка рабочая, поэтому будет много музыки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не знаю, комментируйте. Буду ждать. Все, всем пока.
Сегодня гуляем у Леры на дне рождения. Они там тусят. Анастасия по Ютубе. Такое шикарное село. Да, специальное мероприятие, чтобы контент был. Так, быстрее наливаем, всем молодой человек, наливаем. Типа мы друг друга не знаем. Ага, давайте руки. Нет, не руки, а бокалы. Если у тебя получится, то у всех получится. Это не моя задумка. Я. Покажи, Настя, покажи, как надо. Иметь нужно хорошие большие щеки. Так, я не знаю, Лера, как ты представляешь. Вот, получается. Главное делать, на самом деле, если выровнять, удобнее делать сидя. У тебя застряло. Прошло 10 часов. Слишком щеки отрыгивают. Игра называется у нас «Ковер самолет». А, для влога? Это маленькая. О, да. А, подушка, это путешествие.
я хочу забрать. Это... Они уже взяли, они его... Да, они берут снова охренел. Кто кого забрали? Она берут то, что вас выбрала, открывает, он у меня не может... Да. Я вот смотрю. Все подарки, которые у вас на руках, вы уже можете. Что, кредит? Кстати, да, вы можете предлагать тебе еще ангелочек. А, это... Коробка. Это коробка. Да, я ничего не говорю. Я хочу вас огорчить. Да, давай. Влоги. Это что? Вообще, кстати, очень классно. Да. Если не хочешь, то что мне нравится. Нет, ладно, уйди, короче. Я уже все. Это таблетница. Ну трогай. Ну, да долго это. Вообще классно. Я выбирала, как для себя. Не открывается. Да. У меня уже есть. Вот так, блядь. Никому не показывая. Вообще, смотри. Ой, какой красивый. Чтоб никто не видел. Вот там. Сразу отбирали. Айфон, айфон, бери. Можешь рвать тоже. В общем, это самый прикольный, мне кажется, в плане интересный. Это... Открывай, открывай.